Кому признался в любви Дональд Трамп? Какой подарок сделал Ким Чен Ын президенту Южной Кореи? И сколько стоит тыква, вес которой больше тонны? Об этом и не только далее в нашем обзоре. Дональд Трамп сделал неожиданное заявление и признался в любви к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Президент США говорит, после обмена письмами и встречи в Сингапуре они влюбились друг в друга. Трамп считает вполне нормальным, что лидеры двух стран нравятся друг другу, и критикует оппонентов, обвиняющих его в том, что он жертвует интересами США. Мирное лапопожатие. Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак. Щенков редкой породы пхунсан, выведенных в Северной Корее, передали через демилитаризированную зону. Животные будут жить в резиденции президента Южной Кореи. Такой подарок Ким Чен Ын сделал по случаю успешных переговоров с лидером Южной Кореи. К Японии приближается мощный тайфун Трами. Разрушительная стихия уже обрушилась на остров Окинава. Порывы ветра вырвали с корнями деревья, обесточены десятки населенных пунктов. Сообщается о 22 пострадавших. Из-за стихии отменены почти 250 авиарейсов. Местные власти просят жителей без необходимости не покидать свои дома. В Индонезии дрон заснял последствия разрушительного землетрясения и цунами, обрушившегося на остров Сулавеси. Спасательные службы отметили, территория, пострадавшая от стихии, оказалась больше, чем предполагалось вначале. Многие люди находятся под обломками зданий. На данный момент известно, что погибло более 800 человек. Еще несколько тысяч получили ранения. 3 человека пропали без вести в результате сильного урагана, который обрушился на Грецию. Медикан или гибридная буря принесла с собой мощные ливни и порывы ветра. В результате обесточены несколько населенных пунктов. В Аттике и в некоторых других районах Южной и Юго-Восточной Греции приостановлены занятия в школах и объявлен режим чрезвычайного положения. Житель Нью-Гэмпшира Стив Гэддес вырастил тыкву весом 1146 килограммов. Она принесла победителю первое место на ярмарке и 6 тысяч долларов. По данным международной организации, которая регистрирует рекордные тыквы, выращенная Гэддесом всего лишь на 76 килограммов легче мирового достижения.